Привет, ребятки. Привет, Маргоша. Ой, это у нас со вчерашнего еще остались билетики с автобуса. Что они здесь делают? Что ты смотришь? У меня тут видео загружается. Кстати, сегодня дождик. Вчера так хорошо было. Почти 20 градусов вчера было. Сегодня уже дождик. Что ты хочешь, музыку поставить? Где Ксюшка у нас? Ксюша! Ты что делаешь? Убираешь, что ли? Смотри, все русские. Где? Смотри, это все мои любимые книжки, смотри. Ну, читай. Русские? Угу. Смотри. Но они все для малышей. Мои самые любимые, это вот эти вот. Это я помню, еще Маргарите покупала. Когда Маргарита родилась, я покупала. Потом ты это читала. Это мои любимые. Это от нуля до двух. Это мои любимые. И все такие маленькие. Угу. Старые. Я еще скотчем их обклеивала, потому что Маргарита постоянно их грызла. Угу. Ты порядок наводишь в книжках? Лошадка. Молодец. Это единорог? Единорог. Кстати, ребята пишут в комментариях, почему Каролина была не в костюме. Каролина сама отказалась надевать костюм этого жирафа, потому что у нее тоже такой костюм есть. Вот, и она решила надеть костюм единорога. Вот в том, в чем она была, в этом сереньком костюмчике, на самом деле он костюм единорога. Если надеть капюшон, то там рог, ушки и глазки. Вот, просто не было видно, потому что она его не надевала, и волосы сзади вот это все закрывали. Сама не захотела, поэтому зачем мы будем ее заставлять? Я ей предложила надеть костюм жирафа, она не захотела. Вот, поэтому, наверное, на следующий год мы пойдем все единорогами. Я еще хотела в прошлом году купить для меня и для папы единорога, но что-то как-то это забыла я. И Максу. Да, и Максу тоже, не знаю, может, на следующий год все единороги пойдут. Посмотрим. Нам хорошо? Мы купили себе эти костюмы, и все, мы из них не вырастаем, а вам... Получается, нужно покупать, не знаю, каждый год или каждые 2 года. Ну, каждые 2 года, получается. Вот. Невыгодно. У нас такая идея появилась. Даже не то, что идея, а желание. Сделать челлендж, который сейчас в Америке очень-очень-очень популярный. Девочки, да, и девочки захотели снять такой челлендж. Называется он «Дротик в карту», да? Да, дротик в карту. В общем, делается карта. Эта карта, она разноцветная. Каждый цвет, у каждого цвета свое название. Допустим, название магазина или название какой-то там марки одежды там, или еще что-то такое. Гуччи. Гуччи. У нас нет здесь Гуччи. Я не... Ну, может быть, есть, но какой там Гуччи. Вот. И, да, и девочки будут кидать дротик. В общем, мы будем писать разные марки, разные магазины, Макдональдс, там еще что-то, не знаю, кому попадется, той Сарас, игрушки там, не знаю. И девочки будут кидать дротики. Манор. Ну, да. Манор тоже да, можно. Да, 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 да. Вот, девочки будут кидать дротики. Я не знаю, сколько у вас там будет попыток, 4 или 5, 5, смотря сколько этих частей будет на карте. Смотря сколько городов там или в общем. Если ты никуда не попал, значит ты пропускаешь ход и ты ничего. Если ты 4 там, или 5 раз, сколько там у вас будет вариантов, сколько раз вы можете кидать. Если ты ни разу никуда не попадешь, то извини, ты ничего не получаешь. Такой челлендж тоже делают со слаймами, я видела. Со слаймами. Ингредиенты пишут и все. Но в Америке сейчас очень популярен вот этот вот челлендж. Дартс. Дротики в карту. Дротики в карту. Да, у него канала попадает. Так что ждите новое видео. Я надеюсь, в понедельник оно выйдет. Что, здесь будешь сидеть, что ли? Каролина, садись хорошо. Мы садимся обедать. У нас уже час. Садись. Сегодня будем кушать спагетти, свекольный салатик, брокколи и перчик. Да? Приятного аппетита. Кетчуп. Ксюша не может без кетчупа. Много только не наливай. Мира. А то как нальешь, там море целое. Мира. Все, приятного аппетита. Бери вилочку и кушай, да? Убери волосики за ушки. За ушки убери волосики. Все. Сейчас.
Сначала я буду кушать брокколи. Деревья. Кушай. Деревья. Угу. Через 4 часа приедет папа уже. Так что сейчас мы пообедаем, и мне нужно будет потом готовить ужин. Да, он пойдет посмотрит, если там дартс продают. Все? Мама, а они то есть раз еще не закрыли? То есть раз? Его не то что закрывают, его переделывают, потому что это уже будет не то есть раз, это будет... Хираф тойс, да, хираф тойс, что-то такое, в общем. Чираф тойс, да, чираф. Чираф тойс. Ну, там, я не знаю, там, говорят, мало игрушек осталось, там будут новые завозить. Маргарита. Марго. Твой единорог пострадал, простите. Это мой червяк, Пуся. Нужно пришить. Я решила постирать всякие гуруми. И у Маргаритки оторвался хвостик. Они такие были грязные все. Так что надо пришить теперь. Смотри, сколько сыпется до сих пор конфетишек. А, это хвост, а что это? Это мой червяк Пуся. Все, мы сделали карту. Какая карта у нас получилась? Я. Угадайте, чья это карта? Какой страны? Страну мы нарисовали. Все, в общем, карта у нас готова, осталось только приклеить название, наклейки. Да, наклеечки и купить дротики. И все, и можно снимать челлендж. Я нормально, она не сильно маленькая, попадете? Нет. Ладно, давайте убирать будем. А это выбирать. Там будет вопросик еще, кто на вопросик попадет, тот выберет любой, какой захочет. А если мы попадем на клирс, и мы второй раз попадем на вопросик, можно еще раз? Нет, только по одному разу можно попадать. А если мы два раза попадем? По одному разу только попадем. Ах, ты сидишь тут кушаешь. Дай. Это с водой, потому что как ты можешь кушать эту кислятину? Кстати, мы папа еще не приехал, папу нашего отправили за дротиками, за игрой дартс. Если он найдет, то вам повезло. Если нет, то челлендж тогда не будете делать. Кстати, мы закончили карту. Где наша карта? Вот она, наша карта. Вот такие вот. Я вот сюда хочу. Ага. Вот сюда. В яблочко хочешь? Да. Вот здесь есть мороженое, клерс, стакан воды даже есть. Надо, в общем, увидите в понедельник, в следующем видео, будет очень интересно. Надеюсь, если мы сейчас будем снимать. Если папа найдет дартс, то будем снимать. Если нет, то нет. А что тебе больше всего хочется? Apple. Что? Ксюшка уже спит. Ты спишь еще? Все, давайте, спокойной ночи. Папа купил эти дротики, так что завтра будете снимать челлендж. Чего тебе больно? Резиночку снимай и спать ложись. Да, чтобы волосы отдыхали. Все, я пойду укладывать Макса. Макс, ну-ка беги быстрей. Беги в кровать. Ладно, все, пока-пока, спокойной ночи. Все, пока. Давай, ложись. Все, ребятки, всем пока. Пока-пока. Ты теперь тоже с этой стороны спишь? Угу. Ксюш, только ночью к нам не приходи больше, ладно? Пришла вчера к нам ночью, как лунатик. Зашла в комнату. И ушла. Я так не делала, что боюсь. Так ты пришла вчера? Ты зашла такая, стоишь. Я говорю, ты что хочешь? Ничего. Ты в туалет хочешь? Нет. А что тогда? Не знаю. Иди спать. Развернулась и пошла. Я сама даже не помню, что приходила. Все, ладно. Не лунать больше. Нам можно сказать, чтобы она больше на кровати не прыгала? Хорошо. Не прыгай, Маргарита.